Вот, от макушечку открыли и делаем, значит, безымянные в эти щелочки, средние вот в эти, и пальчики вот около ушные, и... А можно сделать две точки, потом вот эту, пальчик ложиться? Надо, чтобы линия была. Ну, не ложаться, там приблизительно попадай. Ну, то есть мизинчик, например, поставь. И пошире будет с мизинчиком. Нет, вот здесь мизинец. Вот, здесь впадинки. Подальше. Это близко очень. Вот здесь ты ставишь. Вот, вот и вот. Раз, два, три, раз, два, три. В сторону шеи вверх. Раз, два, три, да, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. У меня у самой неправильно. Раз. Раз, два, три. Мне вот так удобнее. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Да, да, да. Ну вот смотрите, когда между пальцами мало расстояния, видите, у меня между пальцами вот кожа натянулась. Прям, ну сильно нельзя, чуть-чуть, вот, то есть естественное натяжение, вот чуть-чуть, вот, раз, вот, и вот в этом состоянии, да, 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 вот сейчас прав, да, вот. И мы начинаем, значит, любые манипуляции с венечной звезды, то есть вот здесь активируем. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, четыре, три, раз, два, три, раз, два, три, четыре, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять. И потом под эту венечную звезду мы ведем линию, которая соединяет то есть в обратном порядке снова получается, у меня пальцы поставятся сюда. Дальше скуловая кость, вот здесь есть ямки, вот они. Жевательные мышцы, дальше большая скуловая, малая скуловая. И вот здесь, под ними, между ними, вот эта ямка. И вот пальчики, вот. Если рисунок нарисуется, это будет вот такая линия, вот такая линия. Поэтому мы берем вот так. И вот таким движением. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, семь, восемь, девять, десять, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девятнадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, тридцать. Ой, 70, говорю. Я смотрю это. То есть смотри, видишь, вот здесь я делаю как бы вот этот каркас больше зону щек. Потому что у нее здесь, ну, как бы нет еще достаточно какой-то там жировой прослойки, чтобы это. Тут под линия подбородка держится, значит, нужно вот, вот здесь больше поработать. И когда мы вот так делаем, видишь, эта часть, ну, особо не задействована. А у тебя она именно вот здесь, отсюда начинает вот так вот подниматься. Так. Угу. Встаем. С макушки начинаем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Сделали. Теперь мизинчики. Где-то примерно пол сантиметра, сантиметр, то сейчас мы будем мизинчики, у нас поднимает опустившиеся уголки рта.
Дальше пальчиками безымянными проводим вот такую линию до скулы, и как раз она попадает в ямки эти. Ну и, соответственно, указательные попадают в передний ушной мускул. И мы начинаем вверх и в стороны. Раз, два. Ты вверх сейчас делаешь, в стороны не делаешь. Вверх и в стороны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два. Быстрее, быстрее. Вот так трясемся. Вибратором работаем с вибрацией. Ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля. Дрожим, да? Вверх, вверх, вверх еще. Ой, нет, сильно так не надо. Вверх в сторону, так, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять. И слушаем. Как у вас не вибрирует? У меня все вот так вот. Щечки сразу такие, яблочки сильные. Я вот эти точки чувствую. Значит, все спит. Пробуждай. Трясешься, пробуждаешь. Так, значит, это с упражнениями такая практика на сегодня по омоложению, по овалу лица, по щекам.